Интересно обо всем. Соль поддерживает в норме среду обитания флоры и фауны Мирового океана, обеспечивает нормальную работу внутренних систем человека, а также предотвращает от дорожно-транспортных происшествий. Известно, что когда мы посыпаем дороги солью, мы сокращаем количество аварий на дороге на 88%. Вода замерзает при температуре 32 градусов по Фаренгейту. Но если добавить соли, то можно снизить температуру замерзания. И это очень полезно. Ведь если вы живете в холодном регионе, где много снега и льда, то вам просто необходимо посыпать дороги солью, чтобы они не были скользкими. Способность соли разъедать лед, низкая стоимость и большие объемы производства приводят к тому, что в США каждую зиму на дороге высыпают около 50 миллионов тонн соли. Но у соли есть один очень большой недостаток, который зачастую приводит к тяжелым последствиям. При использовании на влажных дорогах соль распадается на составляющие элементы – ионы хлорида и натрия. Слой воды при этом начинает действовать как проводник. Кислород из воздуха проникает через воду к металлическим конструкциям в вашем автомобиле или на мосту. Атомы кислорода состоят из 6 электронов, очень неустойчивая конфигурация по сравнению с 8, в результате чего кислород начинает вытеснять электроны из других атомов. Этот процесс известен также как окисление. Процесс, который наносит непоправимый ущерб металлическим конструкциям. Соль на дорогах проникает сквозь бетон и рано или поздно достигает арматуры. При этом она только усиливает процесс окисления. И в конце концов металлическая конструкция ослабевает, что может привести к серьезным последствиям. И все же, несмотря на это, соль по-прежнему используется на дорогах во время зимы. Марус изучает последствия воздействия соли на дорожные конструкции. Сегодня невозможно обойтись без соли. Она очень эффективна зимой на дорогах. Она очень дешевая и ее много. Я думаю, мы еще очень долго будем ее использовать. Нам только нужно следить за коррозией. Избавиться от нее мы не сможем. Зато сможем сократить, если будет тщательнее выбираться материал для металлических конструкций. В Соединенном Королевстве ежегодно на дороге высыпают свыше 2 миллионов тонн соли, стоимостью около 115 миллионов фунтов стерлингов. Это недешево, зато сохраняет жизнь.